Надеюсь, все еще спят. Кажется, никого. А теперь я хочу поспать. Я так устала. О, Амелька, ты уже вернулась? Да, доброе утро, Джинни. Супер, я как раз хотела, чтобы ты пошла со мной к бабушке. Сейчас я просто только встала. У тебя что, какие-то другие дела? Нет, просто... Ты только встала, и сегодня свободна, так что отмазки не принимаются. Ладно. Я с удовольствием схожу с тобой. Тогда я собираться. Вот засада. Я хотела хоть немножко поспать. Не говорить же Джинни, где была. Так, Амелия, идем. Бабушка уже напекла пирожков. Ага. С домашкой. Чего? Вы же с Амелькой вместе делаете. Раньше делали, а теперь нет. Так что поможешь? Ладно, помогу. Так что случилось? Вы с Амелькой поссорились? Не знаю, она в последнее время постоянно занята. Да, это я тоже заметила. А я думаю, что она просто не хочет заниматься со мной. Наверное, думает, что я тупой. Не переживай, Лела, со мной она тоже не особо общается. Ты что, тоже тупая? У нее постоянно какие-то отмазки. Мы с ней даже в кофейне уже не ходим. Да уж, с Амелькой точно что-то не то. Я думаю, что все скоро прояснится. Ну, тетрадка у тебя, конечно. Супер. Амелька, спасибо, что сходила со мной. Да не за что. Амелька, что с тобой? Просто пирожков объелась. Нужно отдохнуть. Амелька, я хотела тебе сказать... В другой раз. Амелька будто вообще не спала. Даже не дослушала меня. Ну ничего, Лео, мы с ней поговорим потом. Да, пусть скажет, что ее не устраивает. Что вы себе напридумывали? Нам кажется, что Амелька нас избегает. С Амелькой все в порядке. Она не обязана быть с вами круглосуточно. Снова? Я уже устала. Ну, выбора нет. Нужно идти. Амелька, стой! Лео, я спешу. А куда ты? Ты же только пришла. Я иду. Мне надо... Говори честно. Не, никогда. Пока. Нет, ну вы это видели! А что, у нее не может быть дел? Так пусть объяснит все. Она даже этого не делает. А у меня идея. Давайте проследим, куда она ходит. Точно, давайте! Я против! Может, у нее другие друзья? Я хочу знать правду! Идем быстро, пока она далеко не ушла. Ребята, я могу признаться только вам. Я теперь певица, но должна скрывать свою настоящую личность. У меня сейчас встреча на студии, поэтому мне пора. Это плохая идея, лучше вернитесь. Отвали, Джинни, я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Я тоже. Где она? Мы опоздали. Она ушла. Это все из-за Джинни. Следить за друзьями – это ненормально. О, смотрите, какая-то девушка. Может, она Амельку видела? Нечего к людям приставать. Быстро домой. Ох, чуть не спалилась. Меня уже машина ждет. Нужно бежать. Чего? Что слушаешь? Это моя любимая певица Алхимия. Я обожаю ее песни. А ну дай послушать. Да, неплохие песни. Неплохие, да они лучшие в мире. Да я тебя тоже послушаю. У нее такой знакомый голос. Я его где-то слышала.
У нее уникальный голос, я нигде такого не слышал. Кити, тебе показалось, с обработкой у всех голос похож. У нее скоро концерт, но все билеты раскуплены. Не расстраивайся, будет другой концерт. Ребята, вы идете со мной в торговый центр? Я жду Амельку. Походу, Амелька не придет. Как всегда, и на что я только надеюсь. Идемте уже, чего дома киснуть? Ладно, идем. Ребята уже спят, а мы должны были сегодня пойти в торговый центр. Быть певицей так сложно, съемки, репетиции, а еще сложнее скрывать это все от друзей. Амелька, ты уже проснулась? Ага. Тогда я зайду? Нет, подожди! Амелька, ты скоро? Да, еще минутку. Что там можно делать? Я одеваюсь. Что? Короче, я захожу. Доброе утро! Как дела? Все нормально. Амелька, нам нужно серьезно поговорить. Да, нужно. Хорошо, что ты так думаешь. Мы с Лео заметили, что ты от нас отдалилась. Да, отдалилась. Ты даже не будешь это отрицать? Нет. Не буду. Я хочу, чтобы мы снова проводили время, как раньше. Да, конечно. Я так рада, что мы поговорили. Я тоже рада. А теперь тебе пора. Давай, давай. Амелька, мне еще нужно тебе сказать. Да, Кити, потом поговорим. И что это только что было? Фух, чуть не спалилась. Приходить домой в костюме алхимии опасно. Ну что, поговорила с Амелькой? Да. Но она вела себя странно. Почему Амелька просто не может сказать правду? Не знаю, Лео. Короче, я на Амельку обиделся. Достал. Ну вот, нужно записать новую песню. Нужно сделать это так, чтобы никто не увидел и не услышал. Смотрю, Лео вообще нос повесил. Он очень сильно обиделся на Амельку. Она его динамит, лучше бы прямо все сказала. Хоть мне Лео и жалко, но Амельку тоже можно понять. Привет, народ, что делаете? Вот играем, хочешь с нами? А вы не хотите сходить в зоопарк? В зоопарк? Очень хочу! Амелька предложила нам пойти в зоопарк. Амелька тоже будет? Да, вы пойдете, а я вас догоню. Ага, ищи дураков. Я знаю, что она не придет. Она уже так делала. Я же вам дам денег. Да ладно, народ, пойдемте. А Лео прав. Амелька, ты просто хочешь нас сплавить. Нет, как вы могли так подумать? Я никуда не пойду. Давай притворимся, что мы пойдем. А потом вернемся и узнаем, что она тут скрывает. Да, точно, Кити, ты гений. Амелька, мы идем. Супер, вы идите, а я подойду через 30 минут. Стой, не врешь? Я очень постараюсь. Идемте, народ, говорят, в зоопарке родились капибары. Ура, я обожаю капибар. Да. Идемте, детка, на них посмотри. Давайте. Капибара, 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 капибара. Сейчас быстренько запишу песню и пойду к ним, а то Лео совсем со мной дружить перестанет. Shame bright like a diamond, shame bright like a diamond. Ну что, возвращаемся? Что вы задумали? Ничего, просто я забыла салфетки. Да, я быстро. Пойдем. Лео, а ты куда? Я... Стой! Я не хочу ждать вас 3 часа. Я справлюсь.
сейчас я узнаю, что Америка скрывает. So shine bright. Так, так, так. А чем мы тут занимаемся? Да так, просто балуюсь. Значит, ты осталась дома, чтобы просто побаловаться? Ну, я... Америка, не делай из меня дурочку. Быстро мне все объясни, или мы больше не подруги. Хорошо. Я все расскажу. Китти, я теперь певица и выступаю под другим именем. Певица? Америка, зачем это скрывать? У меня контракт. Никто не должен знать мое настоящее имя. Да уж. Ну, друзьям-то можно было сказать. Не знаю, вы все такие болтуны. Да, не без этого. Китти, если ты кому-то расскажешь, моей карьере конец. Я буду молчать, как рыба. Обещаю. Если разболтаешь Лео, мне точно крышка. Я знаю, постараюсь, чтобы он не узнал. Спасибо. А теперь мне пора. Нужно отмазаться перед Лео. Ну что, взяла салфетки? Какие салфетки? А, точно, взяла! Тогда идем. Ну что, ты узнал тайну Америки? Нет, вообще ничего не узнал. Значит, ей просто с нами неинтересно. Лео, я думаю, что нам не стоит на нее обижаться. Стой! Что вы там плететесь? Так и зоопарк закроется. Почему ты не пришла в зоопарк? Прости, я вчера записала песню, а потом мне нужно было ехать на студию. Я-то понимаю. А что ты Лео скажешь? Что-нибудь придумаю. Он вчера так расстроился. Жаль его, но я ничего не могу поделать. У меня контракт. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Надеюсь, он не сильно обиделся. Так, я только что говорила с Америкой. Пофиг на Америку, тут такое случилось. Что случилось? Моя любимая певица Алхимия выпустила новую песню. Песня просто класс. Мы с Лео ее 100 раз прослушали. Привет, друзья. Привет. Лео, даже не поздороваешься? А зачем? Лео, прости, я вчера... Все, Америка! Хватит отмазок, ведь мне теперь все равно. У меня есть Алхимия. Да, Алхимия классная. А можно на секундочку? Только не порви. Пошли. Америка, ты что, Алхимия? Новая певица? Ну да, а что? Лео уже неделю только и говори. Алхимия то, Алхимия сё. Я не знала, что Лео знает мои песни. Шутишь, а тебе все говорят. И в школе, и в колледже. Не думала, что я такая популярная. Алхимия, суперзвезда. И ты думаешь, что тебя никто не узнает? Ну, Лео уже не узнал. Лео футболку от платья не отличит. И Джинни тоже не узнала. Да и на улице меня узнают только как Америку-карамельку. Это странно. Не волнуйся, Китти, у меня отличная маскировка. А если попадешься? Придется бросать либо карьеру певицы, либо карьеру блогера. Алхимия, ты самая лучшая девушка на земле. Ой, да она обычная певица. Она необычная, она самая красивая и умная. Откуда ты знаешь? Ты с ней не общался? Америка, хватит завидовать. Тебе никогда не стать такой, как Алхимия. Ага. Китти, прикрой меня. Мне нужно идти на съемки клипа. Без вопросов. Какой классный клип. Лео, какая твоя любимая песня? Я все ее песни люблю и знаю на память. А моя любимая стала эльфом. Ну, если выбирать... Тут таинственная коробка. Какие у нее странные песни. Сама ты странная. О, Лео, тут кто-то продает билеты на концерт. Я покупаю. Только один билет стоит $1000. Блин, у меня столько нет. Джинни, а у тебя?
У меня тоже. На меня даже не смотрите, я не потрачу 1000 баксов на концерт. Девочки, если я не схожу на концерт, то сойду с ума. Лео, по-моему, ты слишком фанатичен. Я настоящий фанат Алхима, у меня даже татуха есть. О! Алхимия через Е. Лео, ты хоть бы написал правильно. Лео, кто тебя такой портак набил? Девочки, хватит завидовать, а ошибку никто не заметит. Совсем тю-тю. Я приду на концерт и покажу свою тату. Она точно ценит. Не сомневаюсь. Интересно, если я продам свой телефон, не хватит на билет? Нет, у тебя уже старая модель. Джинни, давай поиграем в Mortal Kombat, пока Лео тут с ума сходит. Давай, я выиграю тебя легко. Ага, в твоих снах. $1000 не сложно заработать. Жаль, сейчас мы не снимаем челленджи. Я знаю, где все денежки. В копилке точно есть 1000 баксов. Это, конечно, некрасиво, но Мелька тоже со мной поступила плохо. Так, возьму деньги, а потом обязательно верну. Не понял, а это что такое? Это же костюм алхимии! Амелька, это что такое? Лео, просто понимаешь? Говори правду, что у тебя делает ее костюм? Ну, это... Ой, Китти, смотри, у Амельки такой же самый костюм, как у алхимии. Ну, мало ли, какой у Амельки костюм. Просто похож. Это точно костюм алхимии, я уверен. Лео, ты все не так понял. А что тут понимать? Ты побил алхимию и забрал у нее одежду. Меня этот вариант устраивает. Амелька, как ты могла? Амелька шутит. Просто она взяла этот костюм для косплея. Правда? Тогда пусть наденет. Он мне не нравится. Я не буду его делать. Амелька купила его для меня. Смотри. Ну как, я похожа на алхимию? Нет, она в 1000 раз красивее. Ты умеешь делать комплименты. Вам никогда не стать похожими на нее. Нет. Стоп! Кто трогал мою копилку? Амелька, чем ты думала? Нельзя оставлять здесь вещи алхимии. Китти, вообще-то ты должна была следить за Лео. Я же не могу следить за ним вечно. Если тебя увидят в этом костюме, все сразу станет ясно. Я и так постоянно занята. То съемки на YouTube, то записи песен, то школа. Амелька, мне кажется, что ты должна остановиться. Что ты имеешь в виду? Нельзя быть и алхимией, и Амелькой-карамелькой одновременно. Так с ума можно сойти. Но я не хочу выбирать. Меня и так все устраивает. Ну-ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я хочу повесить вместо этой картины постер с алхимией. Что думаешь? А мне эта картина нравится. Алхимия намного красивее. Лео, ты же перегибаешь палку. Китти правду говорит, нельзя так фанатеть. А я думал, что ты тоже фанатка, а ты, оказывается, позер. Мне нравятся ее песни, но не настолько. Тебе же не нравятся эти конфеты, зачем ты их ешь? Это любимая конфета алхимии. Откуда ты знаешь? Я про нее все статьи в интернете читаю. Поиск картину обратно, сейчас же. Народ, вы о чем-то кроме алхимии говорите? Нет, Лео только про нее и разговаривает. О, а мне конфетку дадите? Прости, Китти, это была последняя. Лео, в моей сумочке есть конфеты, принесешь? Хорошо. Какая же из них сумка, Джинни? По-моему, это. А что это? Похоже... Это билеты на концерт алхимии! Чья это сумка? В Америкина. Конфеты были в моей сумке, Лео! Да забей на конфеты! У Америки есть билеты на концерт алхимии! Ура! Мы идем на концерт! Амелька, ты самая лучшая! Лучшая? Ты
10 минут назад ты не хотел со мной дружить. Амелька, спасибо тебе за билеты на концерт алхимии. Втырился в мои сумки? Я знаю, что это был сюрприз, но я случайно увидел. Амелька, а где ты достал билеты? Их же все раскупили. Ну, это... мне просто их отдали. Сказали, концерт будет остаток. Кстати, билеты можно продать. Получим кучу денег. Шутишь? Я лучше свою почку продам. Почка тебе еще пригодится. Ура! Я пойду на концерт со своими лучшими друзьями. Я вообще-то не собиралась идти. Амелька, ты же знаешь, как это для меня важно. Да, Лёва без ума, ты это певица. Амелька, если ты не сходишь со мной на концерт, нашей дружбе конец. И точка. А может, я лучше тебе достану автограф алхимии? Она не раздает автограф. Я ее знаю. Она распишется для меня. Амелька, я знаю, что ты врешь. Никто не знает, кто такая алхимия. Это загадка. Да, Лёва про нее все статьи читает. Короче, Амелька, если ты не идешь на концерт, то арибидерчи, мы больше не друзья. Даже так? Джинни, идем, поможешь мне выбрать наряд для концерта. Ну вот, снова ты облажалась. Нужно было выложить билеты, я совсем про них забыла. И что ты будешь делать? А что, если я буду выступать, а потом в перерывах переодеваться и приходить к Лео? Глупая идея. Я же тебе говорила, придется выбирать или алхимия, или Амелька-карамелька. Петь на сцене – моя мечта. Тогда ты потеряешь друга. Я не знаю, как поступить. Амелька, этот контракт сильно строгий. Ты так скоро школу бросишь. Китти, я запуталась. Я советовать тебе не буду. Ты сама должна решать. Ребята, а как бы вы поступили? Напишите в комментариях. Мы с Джинни уже готовы. Китти, ты же идешь? Иду. Интересно посмотреть на эту алхимию. Я вас догоню. Амелька, ты опять? Ну, я предупредила. Если будет так же, как зоопарком... Лео, идем. Скоро концерт. Лео, возьми с собой худи. На улице холодно. Лео, я таких друзей еще 100 штук найду. А быть певицей – моя мечта. Что ж, нужно идти собираться, а то меня ждут поклонники. Лео, не расстраивайся. Да, такое иногда бывает. Я же так ждала этот концерт! Я просто в шоке! Лео, ну тебя смотреть больно. Лео, я купила твои любимые шоколадки. Это тебя порадует. Как алхимия могла не прийти на свой собственный концерт? Ее ждали фанаты. Просто алхимия глупая, а ты думала, что она умная. Только зря 2 часа прождали. Лучше бы продали эти билеты. Лео, а у тебя еще татуха с ее именем. Хорошо, что она не настоящая, но все равно не могу ее смыть. Если бы мы встретили эту алхимию, я бы ей такое высказала. Амелька, спасибо, что пошла со мной на концерт. Я уже думала, что ты меня избегаешь. Для меня друзья важнее всего. Просто тогда у меня были дела, а сейчас их нет. Лео, у меня есть ацетон. Давай попробуем смыть твою татуху. Амелька, ты молодец. Да, только контракт со мной разорвали. И я больше не могу петь. Лео бы оценил такую жертву. Да, это точно. Кстати, если контракта больше нет, то ты можешь рассказать ему правду. Точно, идем. Амелька, тебе идет. Я хотела признаться, но не могла. Алхимия, это я. Поверил. Ты что, слепой? Амелька правду говорит. Хватит прикалываться, вообще не поможет. Shame bright like a diamond. Shame bright like a diamond. Shame bright like a diamond. Совсем не похоже, голос совсем другой. Амелька хотела меня развеселить, и у нее получилось. Ребята, ставьте лайки, если я говорю правду. А еще не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Впереди много всего интересного. Всем пока-пока!